Приветствую! С вами хранитель кладбища Магисайт. И давайте же поделимся найденной информацией с Эрихом. Мне удалось найти человека, с помощью которого можно начать лечение. Это было очевидно. Отлично. Но мне все еще не ясно, как получить нужный компонент. А что тебе известно на данный момент? Нужно зарядить осколок греха у наиболее грешного человека. Этот заряженный осколок и будет потом использоваться в лечении. Видимо, недостаточно будет просто подойти к человеку. Наверное, нужно сделать так, чтобы он проявил свой грех. Какой грех у тебя сейчас? Гордыня. Значит, нужно сделать что-то, чтобы задеть его самолюбие. В хорошем смысле, конечно. Что, если сказать о нем что-то в возвышенном ключе? Что-нибудь поэтическое? Кажется, Вагнер может мне в этом помочь. Давайте сразу с места в карьер. Узнать о величественном тексте. Вагнер, есть один вопрос. Знаешь, для одного человека нужно написать такое, что-нибудь величественное. Для такого вполне может сгодиться вода. Решил стопить сердце своей возлюбленной? К сожалению, нет. Не в этот раз. Ладно. Кому, когда будем писать нашу оду, мы посвятим ее и епископу? Интересно. А он такая чувствительная натура? Ну что ж, приступим. Ну вот, вроде готово. Не предел совершенства, конечно, но надеюсь, что не очень стыдно. Нет, Вагнер, все отлично. Ты настоящий талант. Да не стоит. Зачитать до него оду. Льстивые слова до его преосвященства. Так. Но прежде чем мы отправимся. Во! Один осколок памяти. Посмотрим. А здесь была длинная очередь. Кои, Адам, Мельник, Купец и еще 5 человек. Все элегантно одеты, с цветами, подарками. Да они сватываются к Розе. Появляется пастух, расталкивает всех, хватает Розу на руки, целует ее прям губы и уносит. Чё-то какой-то короткий получился. Я видел где-то здесь еще. О!
Тарес, Дэймит возле костра, окруженный десятками бумажных кроликов. Хм, а ведь это было недавно. Тарес уже старый. Кори и какой-то мужик, похожий на эхо, стоят в отдалении и смотрят на Тареса. Доктор уходит. Кори вдруг бросается к Тарису, хватает кроликов в окапку и швыряет в костер. Тарес просыпается, кричит и пытается вытаскивать кроликов из огня, будто не чувствуя боя от ожога. Это странно. Так. Может быть, здесь что-нибудь еще? О, есть. Здесь стояли лорд-командер, несколько солдат и северной цитадели. Лорд зачитывает приговор, и кто-то и кого-то вешают. Йорика! Так он умер. Какого черта? Нет же, они вешают двух Йориков. У Йорика был брат-близнец. Ничего себе! Ничего себе открытие! Так. О! Ну-ка. Здесь разложены десятки мечей, горы всевозможной военной амуниции, кукол и змей ясно торгуются. Вдруг прибегает толпа цыган, вооруженных ножами. Кукол улепетывает. Змей и цыганский барон пожимают руки. Змей забирает часть обмундирования, цыгане уносят остальное. Ясно. Может быть, я где-нибудь здесь найду... Я вот подумал... Как найти ожерелье? С помощью, собственно говоря, осколков воспоминаний. Ну, я так назвал это. И остатков воспоминаний. Кукол кладет на землю несколько кусков сырого мяса, затем свистит. Из кустов появляется старый сокол с перебитым крылом. Он подходит к мясу и начинает есть. Кукол ласково улыбается. Кукол вынимает сэндвич, тоже принимается жевать. Но в конце концов отдает соколу и половину котлеты. Угу. Значит, у него есть приятель сокол. Так, посмотрим в другой части. Может быть, здесь просто очень уж это место такое подходит как под какой-нибудь ивент. Но... Ну-ка. Молодой звездочет и цыганка быстро целуются, после чего звездочет уходит. Угу. Появляется цыганский барон. Он отталкивает женщину, вытаскивает нож и направляется за звездочетом. Угу. Вот значит как. Цыганка кричит что-то ему вслед, потом указывает на свой живот. Угу. Он возвращается, срывает с нее ожерелье и наотмашь дает пощечину. Она падает
Дайт. Ну, ясно все. Так. Так. Может быть, там открылось что-то. Нет. Так. Так. Шармей купается в чистой прозрачной воде. Что за восхитительное зрелище? Вагнер наблюдает за Шармей из ближайших кустов. Почти обнаженная, она возвращается на пляж. Вагнер делает глубокий вздох и начинает вдохновенно писать стихотворение. Ну-ну, ну-ну. Так. Если что, я типа... Еще чтобы закрыть. Мы, кстати, закончим именно на том, чтобы... Угу. И я скоро возобновлю снова это... Мы закончим на это... Оди епископу. И... Угу. Так. Угу. Скоро будут 12 золотых. Так. Не, давайте сначала активируем. Поразительно толстая женщина, словом в руках кого-то ищет. Ее лицо багрово от бешенства, она тяжело дышит. Смотрите маяка, возвращается к маяку. Напевая веселую песенку, он несет удочку и полное ведро рыбы. Он видит женщину, она видит его. Она бросается к нему. Он роняет удочку и ведро, бежит с воплями и прыгает со скалы в море. Интересно, кто это была? Угу. Только поторговать. И больше ничего, похоже. Что ж, увидимся, скорее всего, возле епископа. Угу. Ничего. Вот мы наконец-то около него. Ага. Темный осколок. Сейчас. Сейчас.
И даже еще один. Насчет Оды. Ваше Преосвященство. Да, хранитель? Мне вот стало крайне любопытно, когда в последний раз люди благодарили вас лично. Ну, знаешь, не так часто, как мне бы хотелось этого. Где-то раз в неделю такое, кажется, происходит. А что? У меня тут есть наброски, которые написаны как раз для вас. Позвольте мне их зачитать вам. О, интересно, интересно. Что там? Читай, конечно. Благословенный, величаво, столь посвященный. Вот кем вам судьбою было дано. Непревзойденной красотой и добротой смиренной. Остальным же уповать над вами только суждено. Куда не пал ваш взор и шаг, не сделал ход тьма, прочь в дальние края ясно отступит навсегда. То, что создаете вы своей широтой ума, лишь ласкающее ухо святой слов в течение вода. Какие слова храните! Ты видишь мою истинную суть. А это значит, что ты на правильном пути Божьем. Ну да, ну да. Чё там? Долгожданное признание. Заставь священника насладиться с собой до мурашек. Но прежде чем мы завершим, собственно говоря, и расскажем ему все это. Осколок заряженной гордыни. Давайте же узнаем, действительно больше не смогу я больше узнать рецепты. Да? Мне больше не нужно. Я все рецепты изучил, которые мог. Так. Ну что? Это, скорее всего, выйдет долгая серия. Ну да ладно. Первый заряженный осколок грехов. Грехов. Нет. Первый заряженный осколок готов. Эх, я раздобыл заряженный осколок. Отлично. Пойдем скорее. Мне не терпится провести первую процедуру. Ну что, готов? Да. Но немного волнуюсь. Ну, все, начинаем. Как ты? Все в порядке? Вроде да, только кружится голова и все тело покалывает.
Мне нужно немного отдохнуть. Эй, а помнишь, что ты мне обещал дать? Так, помню, держи. Похоже, у меня изменилась карта. Так, обучение души. Только сейчас, когда я все понял. И завлекайте души из тел, чтобы не дать им пропасть в этом военном мире. Вычти души от грехов при помощи качественных органов. Отправляйте души домой. Получайте за это благосклонность душ. Используйте благосклонность душ для своих крафтов на зонах, предварительно установив на них душеприемник. Стройте верстаки на зоне душ, чтобы увеличить вместимость благосклонности. Ладно. Что это? Я типа удаленно могу теперь крафтить, что ли? Так, не испортил есть души. Не испортились. Ага. Тут просто душеприемника нет. Прикольно. Это действительно удаленное управление. Да. А что я в карьере могу? Автоматически. Прикольно. Души сами крафтят. И плюс. И плюс теперь еще я это без вот трудолюбия у меня 100% шанс теперь. Прикольно. Прикольно. Ну, тут уже нужно вдохновение. Кстати, духи.
типа где-то тут бы и доступны. Но... Так. Я и так, скорее всего. Серьезно, прикольно. Так. Оставим его здесь. Так. И так. И вот на такой необычной ноте. Наведаться через день. Надеюсь, с ним все будет в порядке. И на такой вот... ноте... мы заканчиваем. Следующая будет Шармай. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь, если вам тоже понравились новые фишки дополнения. Всем пока!